Ну, вы знаете, в прошлой серии про то, что мы расставляем, захватываем эти территории с Турции. Как бы я хочу что-то новое, поэтому я сразу же нажимаю на play. Начинаем мы играть в новые игры. На русском языке, может быть, потом на английском. Играю в игры. Играть в игры Max Prime. События на скорости. Стопия, ну лучше, наверное, скорее всего, обычную. Ух ты, смотрите-ка. Игра с 1914 Европа. Последний я, удачи мне. Так, какая страна мне последняя дается? Дается. Ничего себе. Карта очень маленькая. Как бы тоже нормально. Начали мы. Марокко. Это кто Марокко? Страна Марокко, я знаю эту страну. Так, ну давайте сперва начнем. Не болтаем, а будем играть с Марокко. Блин, как же эта страна называется? Напишите в комментариях, кто в курсе, кто знает. Вот, можно. Калаш, можно с кем даже договориться. Всем привет, Франция приветствуется. Вот нам. Франция, я всегда боюсь играть. С Нидерландом можно, но не могу дать тебе. Не вот я иду. Регионов. 6. Да, посчитаем. 4, 5, 6. Никто больше 8, поэтому мне и легче. Как бы сказать, легче рассматривать. Один. Ну и тяжело захватывать. Ну лучше сразу такую страну. Далее, что там? Страна Греция. Она очень маленькая. Дальше мы флоты строим срочно. Порт. Ресурс, конечно, есть на грани. Ну, ладно. Сегодня как бы надо захватывать, добавить цель здесь. Пока мы не видим, нужно срочно захватить, это прям необходимость. Увы, если не захватим, нам будет не будет нефти. Сейчас у нас как бы минус. Блин, извиняюсь, поэтому строить такую самую тактику, она очень понадобится. Изучать такую тактику прямо в реальном времени. Ну или просто можно отправить его здесь, как бы. Марокко у нас побольше страна, поэтому придется будем. Реально постараться. Как вещку оставить и всех направить. Да, вот потом уже захватывать, чтоб кучку всех
Надо что думать, мастерская, что он дает. Казарма. Выборка пехоты. Комиссии нужны. По комиссии. Комиссии. Все. Наши ресурсы. Тоже без искусства. Деревом. Я не знаю, что сейчас. Вот ты плюс с нефти. Говорят, там цены придется строить с них и как бы поживее поскорее бы давайте 2057 как-то безопасно все эти казармы. Я что-то уронил. Кому-то я думаю, чем. Вот. Слушаем. Мастерская нам понадобится. Всегда. А ты уже мастерскую как бы. И дрова закончил. Нам же наш железо, потому что потому что вот так. Так. Подавите. Дерево. На. Покупайте. Бэм. Шикарно. Ну ладно, я счет. Типа то. Ты еще 507 и дрова дай. Дрова дайте, пожалуйста. 1500, 10 тысяч. Зачастно. Как бы казарма это. Я купил дрова. Блин. Сейчас я, наверное. Ай-яй. Сделал себе больно. Вот, давай еще раз дрова тут нам придется. И ну там бах поставил, что только нельзя халтурить. Как ходит тратить, я уже 500 хотели. Все, рыба осталась. Сейчас быстро экономить плен. Давай рыбу. Ну сейчас подаю рыбу. Хай будет вторую рыбу. И точка 5 на будущее.
Союз, как я знаю, ну, должен быть с кем? С Россией, да? СССР, типа того, кусочком огромным. Смотрите, какая такого территория сейчас смотрю. 4000. 4000. Тут я вижу 2000. Я тоже вижу 2000. Тут 2000. 2. Надо тоже узнать, кстати, ресурсы, как бы они вернули. В общем-то, Испания тебе кирдек в скором времени, потому что тебе ресурсы просто мало. Ну реально, смотрите, тебе выгодные ресурсы. Писик, писик, писик. Так, значит, мы отправимся до Франции. И будем, наверное, защищаться. Наверное, морские захватим. И как будто уже 25% всю захватили. Знаю, что будет твориться там. Я не знаю, как пойдет себе этот мир. И... А чей тут? Италия? Тоже Италия. Франция. Но они у мировой флоте или делиться. Да везде хорошо ресурсы, как бы. Сим, дороговато, нефти, гафты, газа, все есть. О, Турция, хорошая. Крепость, нет, тоже как бы хорошая. Для Марокко я вам рекомендую, конечно же, попытаться этот вот, на Испанию, как бы, кто не заметит, скажет. Тут. И в принципе, мы эту не трогать не будем. Ну, может, это и тронут. А, мы захочем. Эти не будут развиваться. Сами по себе Италия тоже, как я знаю, по традиции. Тут, наверное, тоже может быть, но я попытаюсь Турции захватить. Типа того. И Сталь даже попытаюсь. Кусочек. Там, Спарда перемирием. Там будут самолеты. Спарда, по-моему, не отдаст. Но это, блин, мечта. Что? Так вот, тут на сзади потом упадут. Это такая вот подлость. В общем, там всегда выиграл я. Ну, строить что-нибудь строить, потому что каждый может делить время. 500. Нам дают что? У нас будет рыба, друг. Будет у нас хорошо. И машина будет. Как бы это хорошо стоит. Сколько стоит? 500 трох. Копить подзаработали. Тут 23 часа, тут пару секунд, нам нужно срочно строить крепость, наверное, 500. Блин, ну так никто не делал раньше. 500. Блин, 500. Ладно, двойка, двойка, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Надо не играть с этим. Слушай, доступна машина. Железо плюс. Плюс. Нефть плюс. Плюс. Погнали. 500. Это второй уровень. Сейчас будет технологии побольше. Пускай. Слушай, так. Облика уровня. Смотрите, у нас разрешает нам 30 тысяч монет. И все это в этом духе. Как бы было там. Как Путин, Владимир Путин любит танки, мы любим все это. Вас там фронт, аэропорт. Сколько там? 50-й. Скорее 500. Ой. 101. 501. Лайк подпискам, чтобы я вам гайдами секретными гайдами помогал. Чё, особная фабрика, день 8. Я не помню. Чё, я не помню.
Это так, безопасность. Казарма необходима. 2000 железа мне не хватает. Ладно, синие я раскошелюсь, но не минус дает нам нефть. Ну и нормально. 5 нефти. Ну согласитесь, нормально. Время производства 2 дня. 2 дня ничего-то не придумайте. Так, что потом было тут вообще в очереди. 8 штук. Как бы если по дешевке можно брать, то в принципе можно. Но экономика изменяется каждый час, каждый днем. Страшно. Сейчас узнаем. Разная сначала железо, пшеница, рыба. Рыба. Кто-то офигел. А это как подешев. Или железно. Вот. Как бы не очевидно. Сколько будет 2000 железом? Но мы видим каждый час, 24 часа. Получается один день на одну машину, это всегда бывает плюсы. Там дефать там нужно. Я как бы не хочу дефаться. Нужен танк реально. Поэтому хватит играть с этими машинами, как Путин Владимир Путин. Нам нужно просто выживать. Давайте еще бонус на игру. Заторчиться, я там забыл все. Включить задачи. Как бонусный ролик. Ух ты, какой он длинный теперь стал. Да, я читал. Да, я, наверное, перебачиваю. Нужно короткий, коротко рассказывать. Возможно, вам понравится более-менее. Более-менее сильнее. Интересный факт. Используйте команду задержка, чтобы обеспечить одновременное прибытие несколько парней в выбранную точку. Согласен. Ну раз знаете, чувствую, что я сам там сильно займусь. Всем удачи, всем пока. Марокко, держись. Марокко, держись. Так, новости. Ух. Кто-то тоже захватывал, потому что тебя точно звали, сколько там буду? 27. Ты придешь 17.00, а ты 100. А, вообще-то Маркет. Как бы понял, что уже началось. Тут эту вот страну перекрою, потом, наверное, он будет захватывать тут, я точно перейду к нему здесь. Опять война. Главное, чтобы он тут не напал. Смотрим по статистике, все нормально. 3 секунд, давай тогда 500 нефти. Да, купим. Это издевательство. Ну, я свои не буду брать, чтобы специально поприкалываться.
Ты, наверное, хочешь еще нефти? Ну, что покажется мне? Это. А, да, видишь? Перекрываем его. Просто идет сюда. Тоже шестерка стоит. Карт план. Ну, интересно, интересно, игра начинается. Да, просто ради так. Ага, всем удачи, всем пока.